Hey, ребята, всем привет! Я знаю, что вы очень давно уже просили вложек с чеширкой, и да, наконец-то, это оно. Я знаю, что вы его реально хотели, но мы правда пытались его снимать все те разы, когда мы встречались, только вот из этого ничего не вышло. Лол. А еще сорян, если у меня какой-то странный вид, потому что помимо того, что я сейчас еду к Чеширу, да, я еще дома, я общалась с ней до 3 ночи, потом еще не могла уснуть где-то до 4:30, так что сорян. Телек с собой мы возьмем, комус мы возьмем, торнадо, безусловно, мы возьмем, энигму, обсидиана, потому что он крутой, так, этого мы тоже возьмем, потому что, кстати, да, мне нужно будет снять цветочек на веночку, потому что у меня еще буквально на днях вот этот чувак появился, я когда-нибудь сниму, его мы тоже с собой берем. Куда же без санаты, чеширка, насколько я помню, любит санату. Так что соната это хорошо, forever. Нет, forever это вообще Рафаэль. Без Рафаэля никуда. Так, прыжовник. Зайдан, шайтан. Иди сюда, Ариоша. Так, это не все мои дельки, кстати говоря, так что не бойтесь, что их так мало. Можно, думаю, его взять. И его. Из этих больше никого. Все равно мы берем рыську. Расчетку. Все, что ли? Наверное, не знаю. Просто не вижу смысла много с собой таскать, тем более многие модельки у нас повторяются. Ну, ее, наверное, возьму с собой тоже. И то, без чего нельзя ехать в Чеширику, это зарядка, потому что обычно я еду к ней на весь день, и вся техника постоянно разряжается, и камера, и телефон, и вообще все. А еще у нас вот такой вот сюрпризик для Чеширика, его мы тоже берем. Ах да, не исключено, что в этом видео я буду трясти камеры, как алкаш или еще что-то в этом роде, потому что я не умею снимать влоги. А вообще, мы сейчас торжественно прём на автобус, потом мы садимся на электричку, едем к Чеширику и встречаемся с Чешириком. Она вроде, кстати говоря, тоже хотела вложек снять, но я в этом не очень уверена. Переходим дорогу, и я понятия не имею, сколько сегодня градусов, но сегодня что-то как-то нифига не тепло, поэтому да, мы сходим в куртке. Уи! Лучше некуда вообще. И как нам повезло, автобус тоже приехал. Кстати, слово лес, где я снимаю обычно. Ждем электричку, чё? Лол. Это другая. Управлением в 10:25. Поезд проследует. Вообще, типа, сегодня дожди обещали, но выглядит вроде как все очень даже нормально. Сейчас миссия года, не потерять Чеширика и где-то ее найти. Лол. Окей, Чеширка сказал, что будет рядом со створом. Я нашел Чеширку. Чеширка, бежать ко мне. Очень сильно бежать ко мне. И мы сейчас торжественно бежать обратно. Чешир, стоять! Бежим обратно! Мы придем еще. Окей. Да блин. Бум чувака. Чувак. Чувиха. Русский купил вот такой чувак. Ну, да, типа, очень да. Щедрый чешир, зашибись какой. Да, у меня тоже чеширка есть сюрприз, я бы его уже показывала. Ну, точнее, я вам показывала коробочку игры. Мне нужно все-таки снять наконец-то видос про всех моих новинок. Итак, мы торжественно вручаем вот эту вот фигню Чеширику, и, по-моему, я допустила ошибку, потому что в этой фигне вы можете лицезреть меня. Ну, я загораживаюсь камерой. На. Прикольно, фигня. Нравится фигня. Фигня. Забрали фигню. На. 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 Сейчас уроним.
Как это снимать? Кстати, распаковочку вот эту вот вы увидите на канале Чеширки. И так что переходите, я надеюсь, я не идиот, и я... это странно выглядит. Потому что там я... Видно меня. Что сделал? Камера сшибла. Кого-то. Короче, распаковку вы найдете на канале. Ссылочку я постараюсь оставить в описании. Или где-то, короче, сами... Это не точно. Да, это не точно. Ой, смотри, как это крутится. Ремучит. Открывай. Так. Puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó, no fue tu... Обнимаются. Мяу. Вася, ты же не собралась душить своего котенка? Итак, чеширики, рысята, кто потом вообще? Короче... Я это вставлю себе тоже. Есть такая небольшая проблема. Короче, мне некуда девать этих котят. У нас закончились родственники и друзья, которым можно сбагрить котят. Я почти что сбагрила одного котенка рыськи, но это не точно. Я сбагрила рыськи, но не сбагрила маме. Да, рыськи. Вот именно. Так, и короче, ребят, я уже сниму отдельное видео на этих котяток, но посмотрите на это мимими. Малдыша когда-нибудь хочет приручить такого, ну приручить, ну короче, поселить такое чудо у себя дома, то пишите в комментариях, говорите родителей, друзей, там я не знаю. Вот я сниму отдельный видос на этом, но сам факт. Кстати, нам Чеширик вот такие вот штучки купила, знаете, их типа Best Friends, все дела, вот это вот прикольная тема, которой мне никогда таких не было, кстати. Блимс. Вон Чеширкина штука. Мы, короче, Ршет поснимали пару каких-то недокадров, и мы устали. И мне кажется, что я не дойду до дома. Чешир, постой! Окей, я могу просто лечь. Я упала! Что? Подъем, типа! Асфальт жесткий, вы знали? Молодец! Я уронила телефон. Молодец! А ну, и так не работает камера, без разницы. И что ж, ребята, в принципе, влог постепенно у нас заканчивается, потому что Чинуша уезжает, вот. Рыська. Рыська немного котик. Бать. Что ж, ребята, и я думаю, на этом нужно закончить наш вложик, потому что я уже, в принципе, почти дома, мне на автобусе только доехать. И если вы досмотрели его таки до конца, то вы просто ваш, мои умнички, это просто самые топовые верные рысята. Напишите в этом комментариях. И напишите, хотите ли вы еще подобных влогов, потому что конкретно вот так вот, то я еще ни разу не снимала. Так что посмотрим, попробуем. Короче, ты умничка, естественно, чей профукал свой автобус. Ладно, окей, ну теперь уж точно всем пока.